люди, которые понимают обстановку. В Эйлате живут в том числе и украинцы, и, естественно, и евреи, которые знают, как еврейский народ боролся за свою независимость, как он буквально выгрызал право на свою жизнь, право на свое вероисповедание, право на свое государство и право думать так, как хочет еврейский народ. Теперь пришло время, и такая же участь постигла и украинский народ. Это нас еднает. Вот тоже у меня часть семьи украинская, часть еврейская. У меня мама еврейка. Вот. Поэтому два этих народа, как бы в моей семье, они тоже соединились. Поэтому я тоже чуть-чуть митрагеш, потому что...